Возле отделения банка «Открытие» на улице Баумана люди стали собираться с 6 утра. Ближе к полудню площадь оказалась буквально забита клиентами Татфонбанка. От происходящего людей начала охватывать паника, поскольку они надеялись получить свои деньги уже сегодня. Но расплатиться со всеми сразу банк оказался не в силах, а в Казани у него всего лишь 2 отделения. Вот так вот, не толкайся. Вот видите, что творится. Такой беспредел просто. Это ужасно. Там можно рисковать своей жизнью. Понимаете? Так, как всегда у нас все устроено. Все клиенты разделились на 2 лагеря. Тех, кто успел записаться в очередь с самого утра, по одному впускали в здание банка. Тех, кто не успел попасть в заветный список, пытались успокоить сотрудники финансовой организации и просили сформировать новую очередь на завтрашний день. Они знали числа 10 декабря, да? Поэтому заранее составили бы список, и нам бы сообщили они. По одной фамилии только, да? На букву О или на букву Ф. А здесь есть пол алфавита. Вся Казань почти что. И один банк. Только спустя несколько часов клиенты смогли успокоиться. Паника немного стихла. Люди организовали очередь, чтобы вписать свои фамилии у сотрудницы банка, которая ведет сейчас список. Многие из них уже давно позабыли о работе и других делах, лишь бы быть уверенным, что они получат деньги. Руководители 3 банков, которые также участвуют в страховых выплатах, организовали экстренное совещание. Банкиры заявили о планах по скорейшему возврату денег всем пострадавшим. Здесь хотел бы призвать всех вкладчиков не нервничать, потому что времени предостаточно. Нам, наверное, не было еще ни разу такого случая, чтобы кто-то не успел получить свое, скажем так, страховое возмещение. Поэтому будут выплачивать столько страховое возмещение, сколько необходимо. Напомним, страховые выплаты будут производить в течение 3 месяцев. Всех клиентов, согласно начальной буквы фамилии, распределили среди 5 банков. Чтобы получить деньги при себе, необходимо иметь только паспорт. По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 200 0805. Александра Волкова, Роман Фенин, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».